Русский язык постановка звука рэп логика внимания память работа с буквами сначала записываем простым карандашом потом прорабатываем э, цветной ручкой если вам надо запомнить стихотворение а ребенок плохо учит попробуйте подключить движение перекидывайте с мячиком автоматический слух звукобуквенный анализ а, пожалуй, никто, кроме логопедов, только не уделяет внимания этой теме. Дети даже с минимальными экзортическими проявлениями, они требуют совершенно другого подхода. Коллеги. Рада приветствовать вас на сегодняшнем вебинаре и очень рада возможности еще раз обсудить с вами различные подходы к коррекции и сопровождению детей с такими сложными вариантами нарушений в развитии, как расстройство аутистического спектра и другие сопутствующие ментальные нарушения. А наша сегодняшняя встреча, по сути дела, это не просто обсуждение каких-то технологий, которые могут применяться для коррекционной работы, это еще и обобщение опыта использования тех программ, которые мы сегодня с вами будем обсуждать, обсуждение или предложение вам определенных лайфхаков каких-то рекомендаций, обсуждения сложных моментов, которые могут возникнуть в работе. Именно потому, что программу, которую мы сегодня с вами будем обсуждать, мы используем в нашей практике уже больше двух лет. И за это время накоплен опыт, накоплена обратная связь от коллег. И я с радостью и гордостью могу сказать, что на сегодняшний день технологии, которые мы обсуждаем, которые разработаны были, на нашем замечательном портале Мерсибо используются не только педагогами, дефектологами, но используются логопедами, воспитателями, родителями детей с расстройствами аутистического спектра. И судя по тому, что я вот сейчас вижу в нашем чате по представленности среди коллег и воспитателей, и психологов, педагогов, дефектологов, я могу сказать, что на самом деле эта проблема волнует многих наших Наших коллег и мы сегодня как раз попробуем ответить на многие вопросы, которые у нас за это время накопились, и ответы, которые мы готовы с вами сегодня обсуждать. Итак, когда мы с вами говорим о сопровождении ребенка с расстройствами аутистического спектра, нам в первую очередь нужно представить себе некий профиль, то есть те вызовы, которые ставит перед нами такой сложный вариант нарушений в развитии, как аутизм. Каким же образом мы можем охарактеризовать вот те задачи, те проблемы, которые ставят перед нами особенности именно развития ребенка с аутизмом? Но в первую очередь это, конечно, выраженная неравномерность развития навыков. С одной стороны, дети могут иметь высоко развитые автономные специфические когнитивные навыки, например, способность к структурированию предметов по цвету, который проявляется в редковании, формальный счет, формальное знание определенных букв или символов, эхологичное повторение определенных фраз и речевых конструкций. При этом у ребенка могут быть трудности в понимании обращенной речи, сложности в инициации коммуникативного и социального взаимодействия и серьезные проблемы во взаимодействии с окружающей средой. Вторая специфическая проблема, которая характеризует детей с аутизмом, это специфика сенсорного восприятия. Мы в последнее время очень много и очень подробно обсуждаем явление, которое сейчас называется сенсорный профиль. Специфический сенсорный профиль, который имеет высочайшую степень мозаичности. Это может быть сочетание гиперчувствительности в каком-то одном векторе сенсорного развития, гипочувствительность в другом, норма чувствительность в другом. Третьем, и это масса различных сочетаний, которые мы можем с вами встретить в практике. И для того чтобы вам немножечко облегчить понимание ситуации сенсорного восприятия, я хочу предложить вам таблицу, которую мы уже неоднократно на наших вебинарах ранее обсуждали: таблицу, которая характеризует сенсорные особенности детей с аутизмом. Эту таблицу предложил известнейший исследователь в области аутизма Стив Эдельсон. Он предложил разделить а, все сенсорные векторы развития по трем вариантам: низкая чувствительность, высокая чувствительность или потребность в стимуляции. Сегодня мы не будем с вами подробно обсуждать этот а, эту сенсорную характеристику, но я думаю, что таблица вам очень пригодится и, возможно, по а, тем внешним признакам, которые вы наблюдаете у ребенка, вы, опираясь на эту таблицу, сможете составить а, так называемый сенсорный профиль или сенсор. Сенсорную характеристику вашего воспитанника. Это очень поможет вам не только в использовании тех технологий, которые мы сегодня с вами обсуждаем, но и даже в организации сенсорной среды, визуального и аудиального пространства, в выборе тех стимулов, которые будут более приемлемы для вашего ребенка. Но в целом, если мы обобщим все характерные особенности ребенка с аутизмом и вернемся к предыдущему слайду, мы можем сказать, что чаще всего в профиле детей с расстройствами аутистического спектра мы встречаем гиперчувствительность в аудиальной сфере, которая проявляется часто обсуждаемым явлением избегания ребенком каких-то специфических или громких звуков, закрывания ушек руками, крик, негативная реакция в ответ на аудиальные стимулы и часто встречающаяся гипочувствительность в визуальной сфере, которая проявляется таким характерным признаком, как отказ от визуального контакта, избегание или даже негативной реакции в ответ на прямой визуальный контакт, тенденция к рассматриванию под разным углом предметов, тенденцию к поиску источника света под специфическими углами зрения, отведение глаз в ту или иную сторону. Вот очень часто мы встречаем такое характерное сочетание в этой группе детей – гиперчувствительность аудиальную и гиперчувствительность в визуальной сфере. Это очень важная информация Информация, которая должна обязательно нами учитываться в организации коррекционной работы. Но опять же хочу подчеркнуть, что могут быть различные варианты, и эти варианты вы сможете сопоставить с таблицей, которую мы только что с вами обсуждали. Третья специфическая особенность, которая является вызовом для педагогических работников, сложной ситуации для родителей, это специфика мотивационных предпочтений. Мы всегда говорим, что ребенок с аутизмом не будет работать только потому что это хочется взрослым. Он не всегда пытается угодить взрослым, выполняя то или иное задание. Ребенок с аутизмом имеет такую прямую мотивационную чувствительность, и если ему что-то не нравится, его будет очень трудно включить в работу, а если что-то вызывает у него специфический интерес, это, конечно, будет обязывать нас предоставлять это какой-то визуальный, сенсорный, аудиальный стимул для того, чтобы поддерживать сотрудничество. Часто специфика является настолько выраженной, что это затрудняет обучение ребенка в группе, затрудняет обучение ребенка вне привычных домашних условий, и поэтому поэтому, конечно, мы будем учитывать это в нашей работе на первое место, чаще всего в мотивационных предпочтений ставя сенсорные стимулы и сенсорные ощущения. Конечно, на самых ранних этапах нашей коррекционной работы мы иногда бываем вынуждены, мы пытаемся этого избегать, но тем не менее иногда бываем вынуждены на самых ранних этапах использовать пищевые поощрения или специфические интересы, которые характерны именно для этого ребенка. Ну, например, глубокий высокий уровень интереса по отношению, например, к динозаврам, каким-то техническим устройствам, схемам, иероглифам. Это очень частая такая специфическая сфера, которую мы с вами учитываем в организации нашей коррекционной работы. И когда мы говорим о детях, которые подходят к старшему дошкольному или младшему школьному возрасту, то для нас вызовом становится нарушение или не исполнительных функций что это за такая специфическая трудность как правило она характеризуется тремя основными векторами проблем первое это недостаточность оперативной памяти при очень высокой часто сформированности формальной памяти формального запоминания оперативный вариант то есть те варианты запоминания которые необходимо использовать здесь и сейчас в процессе обработки актуальной информации часто затруднены у ребенка с аутизмом именно оперативные компоненты памяти, выражена недостаточность когнитивной гибкости. Ребенок, выполняя какое-то задание, часто следует раз и навсегда установленному стереотипу, какому-то алгоритму, которому его обучили на каких-то ранних этапах, и бывает очень трудно переключить его от одного задания к другому или даже переключить внутри задания, меняя способ действия. И, конечно, серьезная проблема, которая для нас является таким вызовом, я бы сказала, для педагогов, для психологов, дефектологов, это недостаточность тормозного контроля. Ребенок часто входит в аутостимулятивную, либо в какую-то специфическую, повторяющуюся деятельность, и ему бывает трудно затормозить эту деятельность, трудно перейти от одного вида деятельности к другому. И это является проблемой не только академических трудностей, но и трудностей в поведении, которые могут быть даже реализованы в формате опасного поведения, когда ребенок не может прекратить свою, например, двигательную деятельность перед пешеходным переходом, перед дорогой, не может остановить какой-то повторяющейся вокализации в те ситуации, когда ему необходимо тихо себя вести и а, снизить интенсивность своих вокализаций и так далее, и так далее, и так далее. То есть это серьезный блок проблем, несформированность исполнительных функций. Ну и, конечно, мы с вами все работники образования привыкли к вербально-объяснительному механизму взаимодействия с ребенком. Мы чаще всего привыкли объяснять, каким-то образом давать вербальные расширенные задания, описывать положительные и отрицательные стороны того или иного поведенческого акта ребенок с аутизмом часто испытывает огромные трудности в понимании вербальных конструкций тем более когда они сложны и в такой ситуации простой вербально объяснительный вариант когда мы пытаемся объяснить проиллюстрировать охарактеризовать то или иное явление не только не является работающим вариантом но и часто затрудняет наше взаимодействие с ребенком ребенок просто отказывается выходит из нашего коммуникативного контакта тогда когда происходит вербальный перегрузка, сложной конструкции, он не понимает обращенную речь и, конечно, это заставляет нас искать какие-то новые пути в нашей коррекционной работе. Конечно, мы не будем упускать, и это важная задача, и помнить, что есть трудности в поведении, выраженные проблемы в поведении. Особенно часто это проявляется в ситуации, когда ребенок, ребенку предъявляется задание. Мы можем встретить активное избегание, когда ребенок убегает за стола выбегает из помещения, сползает под стол начинает кричать, сбрасывать пособия, рвать что-то, что мы используем в качестве дидактики. Для меня более сложный вариант – это так называемый пассивный отказ, когда ребенок физически находится на занятии, сидит за столом или находится в каком-то образовательном пространстве, но не реагирует на стимулы, не выполняет задания, закрывает глаза, закрывает уши, отворачивает голову. И это тоже серьезная проблема пассивного отказа, которая является серьезной проблемой для коррекционной работы. И, конечно, нежелательное поведение, которое чаще всего возрастает при предъявлении требований. Милый ребенок, который тихо сидит и занимается своим каким-то любимым видом деятельности, при предъявлении задания, даже самого простого, зачастую начинает проявлять выраженные формы нежелательного поведения, которые при усилении фрустрации, при усилении напряжения могут перейти Интенсивной аутостимуляции или стереотипии, двигательные какие-то паттерны, визуальные, вокальные вокализации, подпрыгивания, размахивания ручками, вскрикивание все это формирует сложный профиль ребенка с расстройствами аутистического спектра. И мы с вами, когда рассуждаем, размышляем о проблемах организации коррекционно-педагогического процесса, конечно, будем учитывать все эти моменты, и они заставляют нас искать новые пути коррекционной работы. Мы с вами, педагоги, специалисты, которые работают с ребенком с расстройствами аутистического спектра, испытываем свои трудности, когда планируем, организуем и реализуем коррекционную работу. Нам бывает сложно подобрать методы коррекции. Мы знаем, что существует много направлений коррекционной работы от арт-терапии до технических средств коррекции, томатист-коррекция, биологическая обратная связь, бостерапия и так далее. Это широчайший спектр. Это могут быть занятия по сенсорной интеграции, это может быть специфическая логопедическая работа, это могут быть двигательные, кинезиологические упражнения, широчайший спектр. И нам бывает сложно выбрать, какой же из методов максимально эффективен для конкретного ребенка. Мы вынуждены с вами создавать специальные пособия или выбирать специальную дидактику для того, чтобы учитывать сенсорные особенности ребенка. Но приведу такой простой Например, любимые многими детьми пособия яркие, которые представлены на ламинированной бумаги, либо на бархатной бумаге, часто бывают абсолютно неприемлемы для ребенка с аутизмом в связи с его повышенной тактильной чувствительностью. Или они не могут использоваться под лампами дневного света, потому что отблики, которые мы можем увидеть на ламинированной поверхности, могут вызывать у ребенка выраженные негативные реакции. Поэтому мы каждый раз буквально с вами ходим по минному полю, выбирая сенсорику, выбирая дидактику, которая Которая, ну, по крайней мере, не вызовет негативной реакции. Когда мы работаем с ребенком с аутизмом, особенно с тяжелыми вариантами, с выраженной степенью несформированности навыков, у нас всегда стоит серьезная задача в многократности повторения. Зачастую мы вынуждены повторять одно и то же инструкцию, упражнение, действие до 200-250 раз. Существует такая интересная статистика, что ребенок дошкольного возраста с нормативным развитием усваивает некое понятие при повторении э, и э, использовании его в практике от 30 до 50 раз, оно очень прочно усваивается. Ребенок с расстройствами аутистического спектра, да еще и в сочетании с интеллектуальными расстройствами, э, иногда нуждается в том, чтобы повторение происходило 200, 250, до 300 раз, как говорят нам специалисты. Поэтому мы вынуждены многократно выполнять одни и те же процедуры для того, чтобы э, навык усвоился методические пособия, которые мы с вами с таким трудом подбираем вырезаем, распечатываем, готовим, очень быстро приходят в негодность, потому что мы сталкиваемся с ситуациями разрушительного поведения. Ребенок пособие рвет, выбрасывает, облизывает, жует, и это, конечно, вызывает стресс у педагогов. Это увеличивает время нашей подготовки и увеличивает наши материальные расходы. Учебное поведение как таковое, то есть вот тот замечательный ребенок, который сидит за столом красиво, выполняет инструкции. Это, конечно, мечта дефектолога, педагога или психолога. И мы должны с вами работать еще и над формированием учебного поведения. И, наверное, вопрос, о котором говорят не часто коллеги, но тем не менее он сейчас особенно выходит на повестку дня, это определение эффективности нашей работы. Нам важно будет не только самим понимать, правильно ли мы действуем, каким образом изменяется тренд в развитии ребенка, навык увеличивается, улучшается, уменьшается скорость или увеличивается скорость выполнения задания, изменяется объем выполнения задания, но мы с вами должны отчитываться перед родителями, с которыми мы работаем, и, конечно, должны заполнять огромное количество служебной отчетности для того, чтобы понимать или чтобы коллеги, чтобы наше руководство понимало о том, что наша работа эффективна и мы с вами действуем правильно и таким образом у нас складывается некая такая система, которая состоит из двух блоков. Первый блок это ребенок с особенностями, выраженными специфическими особенностями, и те трудности, которые возникают при работе с такими детьми. В данной ситуации мы пытаемся найти некую точку, некую точку отсчета, некий какой-то алгоритм, который был бы максимально универсален и помогал в работе с различными. Детьми, различного возраста и помогал нам решать наши рабочие программы, рабочие задачи. В такой ситуации мы, конечно, возвращаемся к выбору методов. Какой же метод для нас будет более приемлем? И тогда мы обращаемся к антологии тех методик, которые существуют на сегодняшний день в работе с детьми с расстройствами аутистического спектра. Я здесь выделила три базовые методики, которые имеют определенный уровень доказательности которые имеют стаж выполнения, реализации, есть наработанная обратная связь, исследования, которые проведены на эту тему. Это первая отечественная, очень глубоко и хорошо проработанная система эмоционально-уровневого подхода, которая была разработана коллективом авторов. Вы хорошо, наверняка знаете, работы этих специалистов. Никольская, Боенская, Леблин, Лебединский. В основе этого метода или этого подхода лежит одновременное развитие тонической основы эффективной регуляции и отработка способов эффективного приспособления к окружающим. Это такая гуманистическая, эмоционально окрашенная система коррекционной работы. Она очень хорошо себя зарекомендовала, но имеет, как и любая методика, свои выраженные плюсы и свои определенные ограничения. Вторая методика или направление, которое сейчас очень активно развивается, это технические средства коррекции. Это программа томатиз коррекции, биологически обратная связь, биологическая стимуляция, так называемая бактерапия. В данном случае этот спектр можно расширить, это саундсори коррекция, это методики for brain, то есть это большой спектр технических устройств, которые облегчают нам формирование у ребенка навыков они тоже себя за хорошо зарекомендовали но и как любой другой метод имеют свои плюсы и минусы и сегодня мы очень многое активно говорим о технологиях прикладного анализа поведения и если вы Загляните на сайт фонда «Выход», который является хедлайнером помощи детям с расстройством аутистического спектра. Вы наверняка увидите там такую замечательную статью, которая называется «Доказательные методы коррекции расстройства аутистического спектра», в котором указано как минимум 26 подтипов или подтехнологии, которые строятся на основе ABA. И все эти 26 подтипов являются доказанными или методами с доказанной эффективностью. Что лежит в основе методов, которые мы сейчас обозначаем как методы с доказанной эффективностью? Это так называемая знаменитая формула ABC или формула, которая отражает закономерности поведения. Предшествующий фактор или антицидент или тот стимул, который мы даем ребенку, behavior или само поведение, которое мы ожидаем от ребенка, и си последствия, те поощрения, либо условные наказания, которые мы применяем, пытаясь повысить или понизить вероятность возникновения такого поведения в дальнейшем. Все замечательные методы, хорошие системы, которые зарекомендовали себя, как мы уже говорили, с очень положительной стороны. Но коррекционный педагог не может охватить все эти направления одновременно. Поэтому мы задались таким вопросом, а как можно объединить системы и технологии, которые мы только что перечислили. Как объединить эмоционально-уровневый подход, технические средства и замечательную технологию прикладного анализа поведения размышляя на эту тему и размышляя в первую очередь о детях с тяжелыми вариантами нарушения развития с тяжелыми формами расстройства аутистического спектра мы создали программу которая в питала в себя все три базовых направления, которые мы с вами только что перечислили. И это в первую очередь принципы прикладного анализа поведения ⁇ стимул, реакция, подкрепление. Сейчас мы с вами рассмотрим конкретные игры, конкретные подходы, и вам станет понятно, каким же образом мы реализовали этот принцип. Нам очень важно было, чтобы кроме того, что была реализована система стимула реакции подкрепления, мы могли бы дать специалисту возможность получать обратную связь после каждого занятия, то есть получать фактическую информацию, которую, которая характеризует поведение ребенка, количество правильных и неправильных действий, время, которое ребенок провел за упражнением, тип упражнений, которые для него наиболее эффективны, которые наиболее сложны в его образовательном процессе. И плюс нам важно было, чтобы ребенок в процессе занятия тоже мог получать обратную связь, чтобы он получал не просто похвалу, а получал видимую, фиксируемую, очевидную обратную связь от того, правильно либо неправильно он поступил. Вернемся к вопросу индивидуализированного подхода. Каким образом мы можем реализовать его в работе с техническими средствами, с технически организованной программой? Да, это возможно сделать, если мы не только выберем тот тип упражнения, который наиболее подходит ребенку здесь и сейчас, но и создадим индивидуальную систему подкреплений ту, которая э, подходит или интересна конкретному ребенку. Мы ведь знаем, что какому-то из наших воспитанников очень нравится музыкальный какая-то э, фрагмент, кому-то нравится мелькание Огоньков, кому-то нравится э, какие-то э, движущиеся объекты наблюдать. И мы можем это сделать, если мы будем использовать автоматизированную систему. Если мы работаем с компьютером, важный вопрос, который всегда мне задают коллеги, которые работают еще в государственных учреждениях, а как же СанПин, да? каким же образом мы будем учитывать еще и вот тот самый эмоциональный уровневый подход, если ребенок работает с компьютером. Сразу хочу сказать, что все игры и все программы, которые здесь предусмотрены в нашем комплексе, они ограничены или могут быть ограничены ожидаемыми или рекомендуемыми временными промежутками до 15-20 минут. И это абсолютно не исключает взаимодействие с педагогом. Во время выполнения упражнений педагог находится рядом с ребенком, может его поощрять тактильно, вербально, какими-то специфическими видами поощрениями, жетонами. Возможно, там, иногда это бывает даже нужно какими-то вкусняшками, чем-то еще, что устанавливает эмоциональные взаимоотношения между педагогом и ребенком, и, конечно, учитывает сенсорные особенности. Мы с вами говорили о том, что у ребенка сенсорные перегрузки очень часто бывают, вызывает может может быть вызвано такое явление, как сенсорная перегрузка в аудиальной сфере. Все эти характерные проблемы мы учли в нашем комплексе. И, конечно, возвращаясь к важнейшему вопросу. Мы можем с вами, по итогам каждого занятия или серии занятий, наблюдать тренд в развитии ребенка. Наша машина может посчитать за нас те действия, которые совершил ребенок, правильные и неправильные варианты. Сейчас мы с вами продемонстрируем, как это все выглядит. И это позволит вам накопить формальные показатели, которые вы можете учитывать в нашей, в системе коррекционной работы. Вся эта замечательная совокупность технических возможностей, принципов прикладного анализа поведения и эмоционально-уровневого подхода объединена в программе, которую мы назвали «Аспектр». Какие же показания для этой программы мы можем выделить? Ну, во-первых, это дети с различными формами аутизма в этой широкой группе, которую мы с вами называем расстройство аутистического спектра. И в первую очередь это, конечно, дети с низким и крайне низким уровнем сформированности навыков. То есть, условно, тот ребенок, который еще не имеет никаких навыков когнитивных, вербальных сенсорных. Вот это та категория, которая будет, наверное, наиболее чувствительна к тем методикам или к тем играм, которые предлагаются в нашей системе Аспектр. Причем Ограничением не является, допустим, сочетание аутизма плюс умственная отсталость или аутизм с расстройствами по типу гиперактивности и импульсивности. То есть вот самая сложная категория детей как раз очень хорошо чувствительна и дает наиболее высокие результаты в работе с программой ⁇ Аспектр ⁇ Второе показание – это дети, которые имеют более высокий уровень развития коммуникативных навыков, возможно, даже вербальные дети, но именно те, которые испытывают трудности прямого социального коммуникативного взаимодействия. Но наверняка вы встречали детей, которые прекрасно выполняют инструкцию, звучащую из планшета или из телефона, нажимают на кнопочки, указывают на что-то пальчиком, повторяют за автоматизированным устройством, Устройством, но инструкции взрослого игнорируют, либо э, не выполняют. Вот те дети, которые испытывают трудности прямого взаимодействия с э, другим человеком, как раз тоже могут быть целевой категорией для работы с э, программой Аспектр. Или те дети, которые очень любят использовать технические устройства и гаджеты. Но вот когда я э, такую фразу сказала, я сразу вот так внутренне улыбнулась, потому что, наверное, это 80% вообще современных детей, детей, которые могут не говорить, но прекрасно находят в YouTube нужный ролик, которые испытывают трудности в самообслуживании, но а, прекрасно играют в какие-то игры. То есть вот как раз эта категория детей тоже может быть целевой а, аудиторией для использования программы «Аспектр» детки с сенсорной гиперчувствительностью, которые часто избегают прямого контакта с говорящим человеком, быстро перегружаются от сенсорных раздражителей, для них тоже предусмотрены как возможности уменьшения или увеличения громкости, предусмотрена сбалансированная визуальная картинка, которая представлена в этих играх, и предусмотрена возможность изменения сложности, интенсивности Тех стимулов, которые будут предлагаться. Особая категория, которая у нас сформировалась, понимание, вернее, этой категории относительно недавно, это те детки, которые сейчас у нас в большом количестве, ну вот, по крайней мере, в центральном регионе присутствуют. Это дети, представители различных этнических групп, которые, кроме того, что у них признаки расстройства аутистического спектра, они еще и не владеют русским языком, либо языком того региона, в котором они находятся. Это новое новый вызов, новая сложная категория, это этнические группы, которые адаптируются к иноязычной среде. Так вот, программа Аспектр предполагает, что с ней можно работать абсолютно в невербальном варианте. То есть даже если ребенок не понимает язык, не понимает речь, визуальная картинка и алгоритм предъявления игры таков, что он может быть выполнен без вербального сопровождения. Ну и, конечно, те детки, которые проявляют избегающее поведение, отказываются от выполнения заданий, часто как раз та самая категория, которая активно, очень эффективно включается в работу с аспектом. Если мы с вами рассмотрим в целом этот комплекс, который, вот я уже повторяюсь, больше двух лет используется практиками, мы можем охарактеризовать его по нескольким базовым параметрам. Первое, наверное, самое важное для нас, такое ценное как для разработчиков характеристика это индивидуальные настройки поощрения. Мы сейчас протестируем, покажем, как это происходит. Индивидуальные настройки сложности, интенсивности сенсорного стимула, различимый стимул, который является антицидентом или стимулом запускающим поведение, вот в этой знаменитой последовательности ABC, которая характерна для технологии прикладного анализа поведения. Четкая инструкция, как вербульная так и визуальная, повторяемость, последовательность формирования навыков и, конечно, автоматическое отслеживание динамики. Первое, о чем мы с вами сейчас сказали, это индивидуальные настройки. Что это за такая интересная опция? Индивидуальные настройки предполагают, что мы можем с вами, сейчас я переключусь, Секундочку, чтобы вам показать, как это происходит. Одну секунду, покажу вам, каким образом мы можем с вами организовать индивидуальные настройки. Но в целом хотелось бы сказать, что тут есть набор возможностей. Первая возможность это создать индивидуальный профиль ребенка, который будет накапливать информацию о всех занятиях, которые вы проводили, собирать фактическую информацию о результативности, и вы можете сохранять практически неограниченное количество ваших воспитанников, как под их фактическим именем, так и шифровать, если есть какие-то ограничения с использованием данных. Вот, например, мы можем с вами добавить ребенка. Вот у нас такой новенький. И прежде чем начинает работать с ребенком, мы уже, как только что говорили, используем индивидуальные настройки. Что такое индивидуальные настройки? Это те самые поощрения, которые мы предлагаем ребенку после эффективного и успешного выполнения каждого из заданий. В данном контексте мы, анализируя все поощрения, которые наиболее приемлемы для детей с аутизмом, выбрали несколько видов поощрений. Это анимация, это звуковые стимулы, которые будут звучать каждый раз, когда ребенок правильно выполняет задание. И это так называемая финальная анимация, которая будет демонстрироваться на экране, когда ребенок закончил серию игровых действий или завершил последовательность тех действий, которые мы предполагали в задании. Каким образом мы будем это делать? Перед тем, как мы начнем с вами работать с ребенком, мы протестируем все возможные стимулы, определяя те, которые нравятся ребенку больше всего. Каким образом мы будем с вами это делать? Мы будем включать определенные... Призовые анимационные либо звуковые стимулы и наблюдать за реакцией ребенка. Если ребенок даже не сидит перед, вместе с вами за столом, а просто находится рядом в пространстве в качестве стимула, который может быть интересен, мы отметим те стимулы, которые заставляют ребенка снизить интенсивность аутостимуляции, либо повернуть голову к источнику стимула, либо прекратить какое-то действие, которое ребенок до этого делал. И в в лучшем случае, конечно, мы увидим вокальную реакцию, мы увидим а, тенденцию к рассматриванию, а, просьбы повторения, а, неоднократного повторения тех или иных стимулов. И это будет для нас определенной подсказкой, что именно этот стимул будет для ребенка значимым поощрением. А когда мы с вами протестируем все стимулы, мы а, создадим некую иерархию, условно, стимул на миллион будет самым дорогим, и он будет применяться для самых сложных видов занятий это будет то поощрение которое будет поощрять тяжелый труд ребенка который он готов выполнить для того чтобы получить это поощрение и будут поощрения с низким более низким рангом то есть те которые ребенку нравятся но они не являются очень значимыми давайте посмотрим как мы можем это сделать например вот мы нажимаем на а, стимул и э, я выбрала это, потому что это одна из самых наиболее любимых э, видов э, финальной анимации. И смотрим, каким образом ребенок реагирует на стимулы. Вот это очень активная финальная анимация для детей с не очень выраженной э, сенсорной гиперчувствительностью. Но у нас есть, допустим, и более умеренная анимация. Вот такая вот анимация. Э, мягкая, мелодичная, с такой... Э, Приятной музыкой, которая больше подходит для детей с повышенной сенсорной чувствительностью. Мы можем выбрать поощрение, которое применяется после каждого успешного выполнения фрагмента занятий. Это очень такие более упрощенные варианты. Ну, например, вот такой вот вариант монетка. А вы знаете, как это ни странно, монетку очень любят наши дети. Это часто является прямо таким стимулом, который они выбирают. И многие педагоги или родители меняют количество выполненных заданий правильно на жетоны или на монетки, которые дети копят либо используют в своих целях. Это может быть вариант вот такого социального поощрения, класс, да, то, что мы взяли из тех гаджетов, которые так любят наши детки, смайлики, и а, это может быть просто звук, если у ребенка нет а, тенденции к визуальным поощрениям, это могут быть вот аплодисменты разные, это может быть такой специфический звук, который ребенок будет слышать каждый раз, когда он правильно выполняет действие. Вот один из любимых шкатулки различные виды синтезаторов. Сразу хочу сказать, что когда мы выбирали звуки поощрения, мы все это тестировали на очень большом количестве наших воспитанников и выбрали только те, которые имеют более высокие рейтинги. И, конечно, мы с вами должны понимать, что ребенок имеет право, и такое бывает часто, выполнять задание неправильно, выполнять его автоматически, не учитывая условия, только подкрепляя аутостимуляцию. То есть появляется объект, ребенок нажимает на любую кнопочку, этот объект появляется вновь. Мы хотели избежать этого, такого, таких подводных камней, поэтому предусмотрели, что если ребенок выполняет задание неправильно, а либо выполняет его автоматически без учета правил, то мы предусмотрели и условно негативный стимул, то есть так называемый звук проигрыша. Это может быть, вот, например, такой специфический звук. Это не экстремально неприятный, но тем не менее он может быть такой звук, который дети стараются избежать. Это такой ироничный смех. Это такой социальный, так скажем, стимул. Сирена, когда э, ребенок совершает какую-то ошибку, то есть мы можем выбрать здесь из, в индивидуальных настройках, сразу ввести условно ну вот пусть это будет некий Вася, у которого мы выбрали те настройки, которые для нас э, отвечают его индивидуальным интересам, и установили их в его профиле. Вопрос, который мне часто задают, мы делаем это раз и навсегда, а сразу отвечаю, нет. А, желательно тестировать стимулы а, из выбранных а, перед каждым занятием или как минимум делать попытку менять стимулы для того, чтобы они не теряли свое мотивационное значение. И это позволит нам как можно дольше поддерживать вот такое автоматическое поощрение ребенка. Сразу хочу подчеркнуть, что мы ни в коем случае не пытаемся ограничиться этими поощрениями. Мы расширяем их за счет, как мы уже говорили, социальной похвалы, прикосновений, дай пять каких-то еще дополнительных стимулов, которые могут постепенно приобрести большее значение, чем те сенсорные стимулы, которые мы предварительно выбрали. Что мы еще можем сделать в качестве индивидуальных настроек? В каждой игре существует выбор индивидуального уровня сложности заданий. Это то количество предметов, которые будут предъявляться ребенку для сравнения и структуризации, их расположения в пространстве, скорость их появления, тип предметов, с которыми мы работаем. То есть здесь возможны индивидуальные настройки, которые мы обязательно будем использовать для того, чтобы постепенно повышать сложность занятия и таким образом формировать навык он должен быть наиболее устойчив в такой ситуации что нам еще дает индивидуальный профиль сейчас я опять возвращаюсь к нашей картинке а, вот здесь у нас есть такая замечательная кнопочка называется это кнопочка динамика Динамика – это раздел, который заполняется каждое занятие. Вот здесь вы видите у нас, допустим, 19 марта, 23, 19, с 19 марта по 19 апреля, такой вот промежуток месяц, который мы можем с вами отслеживать. Это может быть промежуток больше или меньше. И есть несколько критериев, по которым оценивается динамика. Ну, во-первых, аналитика успешности задания. В этом графике мы можем видеть время, которое которое ребенок использовал для э, игру, для определенной игры. Это могут быть там, 2 минуты, 3 минуты, 10 минут, и мы будем видеть, в какое время, как долго ребенок играл в ту или иную игру. Вот здесь мы видим э, условное обозначение игры, точь-в-точь, точь-в-точь 1, -точь точь-в-точь 2. Это разные виды игр, которые мы предлагаем ему на визуальное сопоставление. И мы будем видеть, э, какое время ребенок затратил на достижение результата. И условно, если первый раз ребенок играя достигает результата через. 10 минут игры, то если через неделю он, играя в ту же игру или в тот же тип игр, выполнил все задания за 8 минут или за 6 минут, мы будем говорить о том, что да, это положительный тренд. Ребенок справляется с заданиями быстрее, он обучился, его навык расширился. А если мы еще увидим, что при увеличении сложности задачи, мы видим вот здесь игра точь-в-точь -точь 1, 2 и 3, они расположены по увеличению сложности задания, мы будем увидеть, что да, даже увеличение сложности задания не снизило, вернее, не увеличило длительность выполнения задания, ребенок делает это быстро, ребенок справляется с заданием, это говорит о том, что мы наблюдаем положительный тренд. Но, конечно, могут быть и отрицательные тренды, когда ребенок вначале выполнил задание быстро, а потом он начинает выполнять его дольше. Вот тут нам нужно будет разбираться. Возможно, это погружение в аутостимулятивные действия, ребенок тогда не выполняет задание просто а, наслаждается или насыщается визуальным стимулом, который есть в игре. Возможно, мы столкнулись с перегрузкой, и ребенок истощен, он дольше выполняет то же самое задание. То есть нам с вами нужно будет наблюдать а, в пределах одного дня, недели, месяца наблюдение за трендом, который покажет нам время, выполнение того или иного задания. Здесь представлены все виды игр, навык визуального восприятия и сопоставления, навык распознавания звуков, это аудиальные задания, навык называния или навык повторения, которые мы будем отрабатывать у ребенка. Функции, характеристики и категории, навыки комплексного восприятия, анализа и синтеза. То есть, в каждом конкретном случае мы можем наблюдать такой временной тренд, сколько времени ребенку нужно на достижение результата выполнения заданий. Есть еще второй показатель очень важен аналитика качественных показателей. А здесь мы будем видеть соотношение правильных и неправильных попыток. Ну, то есть условно представим себе, что в игре а, ребенок 10 раз прошел этот а, игровой цикл или 10 раз а, выполнил задание внутри игрового блока. И из 10 заданий он 5 раз выполнил его неправильно и 5 раз выполнил правильно. Мы будем говорить о том, что соотношение правильных и неправильных попыток для нас будет очень важным показателем. А, мы будем видеть, если количество правильных попыток будет расти, а неправильных будет уменьшаться, значит мы все делаем правильно, мы наблюдаем положительный тренд, и ребенок осваивает навык. Если мы видим отрицательный тренд, то нам надо либо пересмотреть задание, которое мы даем, либо пересмотреть помощь, которую мы оказываем ребенку, либо, возможно, пересмотреть наши инструкции, либо какие-то условия, в которых происходит занятие. Эти графики можно сохранить, соответственно распечатать, и у вас будет фактический результат, который вы можете анализировать, обсуждать с коллегами, обсуждать с родителями или предъявлять в качестве результата вашей коррекционной работы. Что мы можем сделать еще? Мы можем условно использовать вот эти данные, которые мы получаем не только для сопровождения конкретного ребенка, но и можем использовать для ваших педагогических исследований. Ну, например, мы можем зашифровать наших воспитанников, на ну, условно каким-то условным номером либо обозначением и собрать данные по группе, изучив, допустим, как меняется особенность визуального восприятия, или как нарастает аудиальный навык, или как нарастает навык анализа и синтеза. То есть в каждом конкретном случае мы можем использовать как данные по одному ребенку, так и групповые данные, объединив истории, индивидуальные профили всех детей для того, чтобы, ну, допустим, создать какое-то научное исследование, прикладное исследование, которое наверняка многим из вас нужно для вашего индивидуального развития, для вашей профессиональной карьеры и, возможно, для накопления и обсуждения опыта вашей индивидуальной работы. Поэтому это тоже замечательный инструмент, который, я думаю, будет вам полезен. Если мы, сейчас, секундочку, если мы с вами рассуждаем о системе работы, то сразу хочу сказать, что когда мы говорим о планировании, о формировании индивидуальной программы или, как мы говорим, индивидуального вектора развития ребенка, мы будем ставить перед собой задачи, которые помогает нам успешно решать автоматизированная программа. Нам бы, конечно, очень хотелось, чтобы дети реагировали на наши инструкции. Часть детей, которые мы с вами уже обсуждали, избегают взаимодействия с взрослым, плохо реагируют на наши инструкции. Поэтому, если мы будем условно делать в качестве посредника, наших инструкций программу, комплекс, который мы сейчас обсуждаем, это улучшить впоследствии реагирование на наши прямые инструкции. Это явление называется спариванием стимулов. Сначала инструкция звучит из компьютера, потом мы можем убрать голос диктора и... Самим давать инструкцию, затем мы можем несколько модифицировать инструкцию, меняя, допустим, интонацию, меняя лексику, которую мы применяем в качестве инструкции. И это позволит впоследствии сформировать более широкие возможности реагирования на наши вербальные инструкции. Нам бы очень хотелось, чтобы ребенок обращался за желаемым или помощью в социально приемлемом формате. Это важно. И если ребенок очень хорошо взаимодействует с гаджетом, с компьютером, мы являемся посредником, то у нас появляется дополнительная возможность быть важным человеком для ребенка с аутизмом, быть источником доступа, доступа к любимой игре. И таким образом ребенок обучается очень быстро таким навыкам, как «включи», «открой», «помоги», «дай». То есть у ребенка появляется возможность и потребность, что самое главное, обращаться к нам за помощью или за желаемым в вербальном, либо жестовом формате, либо с помощью карточки. То есть это дополнительный такой мотивационный компонент. Болезненной проблемой, которую часто обсуждают коллеги, является невозможность или трудность ребенка с аутизмом ждать своей очереди или условного сигнала для того, чтобы запустить какую-то деятельность. Дети нетерпеливы, дети не могут ожидать, дети предпочитают действовать по внутреннему какому-то удобному для них алгоритму. Когда он работает с программой, он неминуемо вынужден ждать. Uh, пока завершится расположение объектов на экране, пока завершится звучание инструкции, пока произойдет смена задания на другое. То есть в любом случае ребенок обучается ждать. Вначале это происходит в очень коротких промежутках, это несколько секунд, потом мы можем увеличить это время ожидания, обучая ребенка такому важному навыку, как жди, или такому важнейшему навыку, как сначала, потом ребенок обучается при многократном автоматизированном повторении э, паттерну ожидания или ожидания условного сигнала для запуска действия. И еще очень важная проблема, которая помогает решить наш комплекс, это умение прекратить действие или игру без признаков нежелательного поведения. А не скрою, в начале ребенок может проявлять негативную реакцию, когда игра закончилась, мы можем запускать ее вновь и вновь, но затем мы можем обучить навыку ребенка еще немного, еще чуть-чуть, 3, 2, 1, все, игра завершилась, мы можем подкреплять какими-то поощрениями навыки ребенка прекращать игру или прекращать какую-то негативную поведенческую реакцию, потому что в данном случае он имеет дело не с вредной тетей, которая почему-то решила прекратить с ним играть, а с системой, с неким алгоритмом, который неумолим, и при многократном многократном повторении ребенок просто осваивает этот замечательный навык без нежелательного поведения прекращать определенные виды деятельности. Конечно, это происходит не автоматически, в этом очень важную роль играет поведение педагога, который находится рядом, но тем не менее мы увидели в течение двух лет, что программа обучает ребенка как ждать начала игры, так и спокойно реагировать на ее прекращение. Если мы рассмотрим все виды игр, которые есть в нашем комплексе, то это игры, которые сконцентрированы по группам нескольким. Первая группа игр ⁇ это игры на визуальное восприятие. Это навык концентрироваться на визуальном объекте, прослеживать его и условно уметь оттормаживать другие незначимые объекты. Вот если мы посмотрим с вами на игры, они представлены здесь несколькими группами. Первые игры – это игры на визуальное восприятие и сопоставление с образцом. Здесь предлагается, как вот здесь видите, на таком нейтральном фоне, объекты, которые ребенок должен проследить на визуальном поле и сопоставить, поэтому игра и называется «Точь в точь» с идентичным объектом. Круг с кругом, красный с красным, звездочку со звездочкой и вот это самый первый базовый уровень формирования визуального восприятия и сопоставления с образцом игра второго уровня уже предполагает сопоставление с образцом по группам фрукты к фруктам животные к животным допустим, больш... красное с красным, то есть сопоставление нескольких визуальных категорий. И третья группа, вы видите, она уже такая сложная. Это не только сопоставление по функциональной группе, но и расположение в пространстве. Игра предполагает такую инструкцию, как там расположить животных сверху, фрукты снизу. Это помогает не только классифицировать объекты, но и условно осваивать такое понятие, как пространство. Вторая большая группа игр – это навык распознавания звуков. Мы видим, что у детей с аутизмом очень часто бывают трудности аудиального восприятия. Причем заключаются они в том, что ребенок либо игнорирует звуки, либо проявляет негативную реакцию на звуки. Вот нами была разработана такая целая серия игр, называется она «Слышу, вижу, угадываю», которая позволяет не только сопоставить звук с с визуальным его источником. Вот здесь вы видите на картинке животные, причем я хочу подчеркнуть огромную благодарность разработчикам, что здесь представлено не звукоподражание, там мяу, кис-кис и так далее, а реальные звуки окружающего мира. Это звуки животных, это звуки быта, это звуки, которые очень важны для снижения фрустрации, например, шум ветра, звук грозы, стук в дверь, сигнал аксилофона, сигнал э, автомобиля, то, что очень часто там, э, гул пылесоса, то, что часто вызывает у ребенка фрустрацию из-за того, что ребенок не понимает, что является источником этого звука. Поэтому вот здесь в большом количестве представлена огромная библиотека звуков, которую мы осваиваем вместе с ребенком. И не только позволяем ему визуально сопоставлять визуальный с аудиальным стимулом, но и называть, что это. Да, это собака, это кошка, это машина. И это помогает нам впоследствии ребенку объяснить, если он слышит какой-то звук и проявляет негативную реакцию мы говорим это в дверь стучат или это телефон звонит и это помогает ребенку быстро справиться с фрустрацией потому что он представляет что же является источником этого звука а вторая степень сложности предполагает уже не просто сопоставление звука и образца но и формирование навыка запоминания предлагается от двух до шести объектов, которые звучат в определенной последовательности. И ребенок, затем нажимая на иконку с изображением, может вновь воспроизвести объект, либо мы можем модифицировать это задание как угодно. Если ребенок вербальный, он может называть то, что слышит. Если мы, допустим, не переворачиваем картинки, он может... Имитировать в качестве звукоподражания те объекты, которые видит, и так далее. И мы здесь предполагаем, что ребенок может фиксировать или запоминать некий объем, необходимый ему для его возраста. Мы знаем, что ребенок трех лет должен фиксировать слуха речевой памяти не менее трех звуковых объектов. 5, 5 возрасте 57 возрасте 5 лет и так далее и так далее то есть у нас возникает возможность расширить объем слухоречевого восприятия и слухоречевой памяти. И здесь мы видим не просто усложнение по количеству, но и предполагается, что в некоторых картинках, в некоторых видах игр, прошу прощения, предлагается три звука, потом только две картинки, и третья картинка не открывается, пока ребенок не назовет, что же там было третьим по памяти, третьим, четвертым, пятым и так далее. То есть у него возникает возможность запомнить определенный объем неречевых звуков. Хочу подчеркнуть, что вот здесь у нас в этих видах игр неречевые звуки, звуки окружающей среды. Это сделано осознанно, потому что в начале, когда мы формируем с вами возможность слухового восприятия, особенно у детей с аутизмом, нам надо научить их различать звуки невербальные, для того, чтобы предотвратить Отстраненность или игнорирование вербальных звуков в дальнейшем. Третья, третья группа игр – это широкая группа навыка называния или так называемый такт-навыка и навык повторения, эхо-навыка. Хочу подчеркнуть, что вот здесь в этих играх предполагается именно анимированная или анимационные варианты картинок, которые ребенок не просто видит, на некого стоящего человека. А если мы говорим о том, что он идет, ребенок видит, что этот объект идет, стоит, сидит, выпрыгивает, запрыгивает, открывает, закрывает. Это возможность формировать навык комментирования и договаривания вот здесь целые четыре группы звуков и мы тоже можем с вами применять эти игры и а, еще три группы звуков, они, а, три группы игр, они также направлены на развитие когнитивных навыков. Навык развлечения по функциям, характеристикам и категориям. Дикие животные, домашние животные и соотношение животных и их жилищ. Это очень важный навык, который а, позволяет нам уйти от аутостимулятивного а, воздействия, от аутостимулятивных игр до игр, которые предполагают когнитивные навыки. А, вот я хотела вам сейчас показать, чтобы для вас была такая небольшая иллюстрация, маленький фрагмент видеоролика. Мишу, если можно, покажите. Это ребенок с достаточно выраженной формой аутизма. И мне многие говорят, что дети с аутизмом не будут играть в эти игры. Обратите внимание, как ребенок реагирует. Мишу, пожалуйста. Выбираем. Еще раз послушаем. Что ты Кто это был, Мишут? Я надеюсь, вы убедились в, в том, что дети с аутизмом испытывают и... очень такие бурные, положительные эмоциональные реакции. Я хочу подчеркнуть, что это такая не автономная аутостимулятивная реакция, а искренняя радость в ответ на те звуки, которые ребенок видит. Ребенок на этой игре научился называть то, что он слышит. И это, мне кажется, такой замечательный пример того, как важно распознавание неречевых звуков. Когда мы с вами возвращаемся к группе функциональных групп и категорий, здесь мы можем использовать эти игры как базовые и дальше переходить уже к вашей обычной дидактике для того, чтобы формировать у ребенка какие-то другие группы функциональных групп и категорий, посуда, одежда, мебель и так, далее, и так далее, то, что вы считаете нужным и актуальным для каждого ребенка. И, конечно, вот этот, эта группа игр, так называемый навык комплексного восприятия, анализа и синтеза, нам очень важно, чтобы ребенок не просто автономно занимался редкованием и раскладыванием предметов в пространстве, нам очень важно, чтобы ребенок умел следить за движущимися объектами и предполагать то направление движения, которое этот объект может продемонстрировать. И это замечательная игра «Бегом за жуком». Возможно, Возможно, вы когда-то уже знакомились с этой игрой. И игра, которая является отражением теории Стэнфорда Бине о формировании когнитивных функций, игра друг за дружкой, в которых ребенку предлагается уловить и поддержать некий алгоритм деятельности или алгоритм предъявления стимулов, который задается педагогам. Покажите, пожалуйста, Второй ролик. Здесь мы увидим игру, в которую вот как раз игру друг за дружкой, которую тоже играет ребенок с расстройством аутистического спектра. Листочек. цветочек. И? Что еще, Илюш? Что еще? Посмотри глазками. Еще Ошибка. Здесь вы видели пример, каким образом ребенок реагирует на вербальную уже инструкцию. Здесь педагог уже дает поощрение социальное, поддерживает эмоционально ребенка, то есть как раз вот тут реализация эмоционально-уровневого подхода. И ребенок выполняет задание не без сложностей, конечно, но вот такое задание является очень-очень продуктивным для того, чтобы ребенок перешел, как мы уже говорили, от редкования к улавливанию определенного алгоритма визуального и логического алгоритма и отдельно мне хотелось бы сказать о двух играх я за них очень благодарна нашим разработчикам это вот была прямо моя голубая мечта это игра которая называется ванна Анны и кухня Анны это два таких замечательных визуальных объектов которых мы можем наблюдать я сейчас постараюсь запустить. Мы можем наблюдать комнату, а, в которой... Привет! Это ванная комната девочки. Вот Ани. ванная комната девочки. Давай Ани. поиграем. Угу. Щелкай а, по экрану и называй предметы. Унитаз. унитаз. Если хочешь в туалет, в туалет, садись на унитаз. А. Душ. Приятно мыться под теплой водичкой сразу хочу подчеркнуть что здесь пред, предлагается не только обозначение тех предметов которые находятся в значимых социально гигиенической точки зрения помещений но и еще и происходит их характеристика мы знаем что дети с аутизмом часто не любят мыть голову не любят какие-то такие действия собственным телом и мы наблюдали у наших воспитанников что после игры они заходя в душ говорят что, повторяют Душ, эту фразу. Приятно, мыться под, приятно мыться под теплой водичкой и, соответственно, не проявляют нежелательного поведения в процессе гигиенических процедур. Кран. Включаем кран и моем руки. Описание функционального назначения, описание тех предметов, которые находятся. И в второй игре ⁇ Кухня ⁇ можно увеличивать количество предметов и сразу дается такая определенная установка на технику безопасности, например, осторожно, это плита, осторожно она горячая, то есть мы заодно и формируем ту технику безопасности или те сигналы, которые могут быть важны ребенку для сохранения его физической безопасности. Это такие дополнительные игры, которые вы можете использовать в качестве основы, потом переходя в пространство, играя с ребенком в сходные игры в других помещениях, это позволит расширить навыки ребенка ориентации в пространстве. Когда мы с вами рассматриваем это, именно эти игры, то мы сразу говорим о том, что это и способность ребенка более легко ориентироваться в пространстве, в котором он живет. И я сразу хочу сказать, что вот эти игры, по сути дела, на эти игры натолкнул меня один из моих воспитанников, который очень плохо ориентировался в пространстве и условно в качестве места, где он мог осуществить мочеиспускание, он выбирал любую точку в окружающей среде, в которой был угол. Неважно, это была кухня, ванна, гостиная, какое-то общественное пространство. И вот проблемы, с которыми мы столкнулись, натолкнули нас на то, что надо научить вот такими сериями игр ребенка ориентироваться по признакам совокупности Который говорит нам о том, что это за помещение, ориентироваться в пространстве и знать, что можно и чего нельзя делать в той или иной категории помещений. Поэтому я благодарю своего воспитанника: не буду называть его по имени, но я его каждый раз вспоминаю, когда мы говорим об этих играх. И я играх я хочу сказать, что именно он освоил навыки ориентации в пространстве с опорой на те игры, которые я сейчас вам демонстрирую. И, конечно, если мы говорим о последовательности, эти вопросы мне задают часто, каким же образом мы будем выстраивать последовательность этих игр. А я хочу подчеркнуть, что, конечно, существует индивидуальная последовательность, вернее, мы ее можем сформировать индивидуально под каждого ребенка, но существуют определенные характерные для детей с аутизмом, хорошо работающие э, паттерны. А чаще всего мы начинаем с игр на визуальное сопоставление, потому что это норма чувствительная или гипочувствительная модальность. Далее мы переходим к аудиальному сопоставлению, далее работаем с неречевыми звуками, дальше уже э, с, называем э, объекты, либо формируем э, способность каким-то образом обозначать жестами, либо карточками видимое и слышимое и уже позже переходим на формирование социально-гигиенических навыков, и апофеозом нашей работы является формирование вербальных навыков, визуально называние и комментирование. Какие же требования? Мы с вами назвали категорию детей, которая наиболее хорошо реагирует на данную программу. Но существуют небольшие такие требования, которые мы должны с вами обсудить. Конечно, это наличие персонального компьютера с мышкой или тачпадом, потому что ребенок может действовать как мышкой, так и на тачпаде в ноутбуке совершать действия. Желательно игры проводить в сенсорно объединенном пространстве Пространстве, то есть чтобы не было отвлекающих факторов, без активных каких-то стимулов, которые игровые, которые могут быть конкурирующими, особенно на начальных этапах, и отвлекать ребенка. Желательно, чтобы у ребенка был базовый навык указательного жеста или использования мышки или тачпада, но это не является обязательным условием, это можно сформировать и в процессе игры. Время сосредоточения на объекте от одной минуты, то есть ребенок хотя бы минут, должен а, иметь возможность сосредоточиться на визуальном либо на лю другом любом сенсорном объекте. И возраст, а, который дает хороший результат, это возраст от двух лет. До двух лет, а, как правило, эти задания еще являются сложными. И плюс, конечно, по социально-гигиеническим требованиям мы не можем а, применять игры для детей более раннего возраста, то есть возраст от двух лет. Когда мы с вами рассматриваем последовательность, мы уже обсудили то нужно понимать, что эту логику мы можем менять. Условно перед нами некий мальчик Федя, у которого прекрасно развито слуховое восприятие, но плохо развито визуальное восприятие. В таком случае мы можем начать со слухового восприятия, потому что это тот навык, который ребенку дается хорошо, он быстро освоит действие, и потом мы переходим уже к более сложным для него навыкам. И любые другие конфигурации которые возможно для работы с конкретным ребенком. Конечно, за два года мы приобрели опыт, и это опыт не только побед, были трудности определенные, которые, о которых нам говорили специалисты, которые мы видели сами, и я постаралась эти трудности обобщить, чтобы вы могли быть к ним готовыми и определенным образом подстелить соломку, чтобы минимизировать эти проблемы. Ну, во-первых, самая частая проблема, жалоба, ребенок не хочет играть в игру, предлагаемому взрослым. Как? усадить ребенка за стол, как привлечь его к компьютерной игре. Сразу хочу сказать, что мы ни в коем случае не будем тащить ребенка, усаживать, удерживать. Это категорически исключено. Мы используем постепенное приучение к игре путем пассивного наблюдения. Мы играем в эти игры в присутствии ребенка, мы можем привлечь другого нормотипичного сверстника, мы можем играть и комментировать. И, как правило, мы видим вот такую интересную историю, когда ребенок подходит ближе, 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 и потом начинает заглядывать в экран, начинает делать попытки нажать на кнопочку, начинает улыбаться и подпрыгивать рядом, когда слышит определенные звуки. То есть мы можем последовательно, поэтапно, небольшое терпение, и ребенок, как правило, обязательно интересуется тем, той игрой, которую, в которую играет взрослый либо сверстник. Вторая проблема. Ребенок не выполняет задание, убегает, плачет, не реагирует на вербальную инструкцию. Чаще всего проблема состоит в том, что сразу дается сложная инструкция, либо сразу педагог хочет, чтобы ребенок выполнил задание целиком, избегает тестирования стимулов. Вот сразу хочу сказать, если такая проблема существует, сначала протестируйте стимулы. Возможно, на первом этапе вам достаточно будет занятия, которое будет состоять только в тестировании стимулов. Но я вас уверяю, это время, которое вы потратили на тестирование, окупится потому что вы дадите ребенку приятные стимулы, ему понравится эта замечательная игра, он будет воспроизводить то, что ему нравится. Плюс мы добавляем к этому похвалу, мелкие призы, жетоны, и мы видим, что ребенок устанавливает сотрудничество. Это называется принцип бабушки. Сначала мы поощряем ребенка только за то, что он рядом с нами и выполняет хотя бы какое-то элементарное, доступное ему действие, просто находит рядом не убегает не проявляет нежелательного поведения только потом мы начинаем предъявлять инструкцию и э, исключить это, это второй такой мой совет э, такой педагогический так скажем на первом этапе постарайтесь исключить вербальную инструкцию не надо э, объяснять что нужно делать не надо каким-то образом комментировать. А вначале продемонстрируйте алгоритм деятельности без вербальной инструкции, покажите, что нужно нажимать и что происходит в ответ на действие, и этого часто бывает достаточно. Исключение вербальной инструкции уменьшает интенсивность избегающего поведения. Третья проблема – ребенок проявляет нежелательное поведение во время занятий. Вот, вот все занимается, играет, все хорошо, а потом вдруг начинает кричать, плакать, бросать клавиатуру, пытаться уронить монитор. Такое тоже бывает. И чаще всего проблема не в ребенке, а в нас. Мы вдохновленные результатами, превысили нагрузку. И тогда нам нужно уменьшить нагрузку, либо сменить последовательность заданий. Начинаем всегда с того, что ребенку нравится. Дальше используем принцип бутерброда. Легкое задание, более сложное, опять легкое, средней степени сложности. И всегда, это мой такой дружеский совет, заканчивайте занятия на той игре, которая ребенку очень нравится. И старайтесь сделать так, чтобы ребенок не насытился нужно, мы говорим, это знаете, как откушенный бутерброд, да, вот если вы его не доели, вы будете помнить о нем в течение всего дня, если вы утром не успели закончить свой завтрак, и он будет занимать ваше воображение. Вот нам надо сделать так, чтобы игра была не доиграна до степени насыщения, чтобы хотелось еще, чтобы вот-вот, вот еще давай один разок, а мы игру аккуратно завершаем и прерываем. Таким образом, мы вызываем у ребенка такой незаконченный как сказали бы психологи гештальт формируем и ему захочется продолжить или посмотреть что там будет дальше и мы предлагаем на следующей встрече эту игру продолжить и если ребенок проявляет нежелательное поведение конечно еще раз проанализируйте сенсорный профиль возможно надо уменьшить или увеличить громкость возможно звук надо будет отключить возможно нужно будет изменить сложность заданий то есть обязательно анализируйте поведение ребенка и графики, которые вы получите в компьютерном варианте, в автоматизированном варианте, вам в помощь. Вы будете видеть, как изменяется а, рост навыков и сразу оценивать, если тренд негативный. Прекратите а, данную последовательность, задумайтесь, проанализируйте и внесите корректировки в вашу программу. Какие еще рекомендации я могла бы дать коллегам? Я знаю, что мы все жители постсоветского пространства, а у нас есть такая специфическая особенность, мы никогда не читаем инструкции. Мы думаем, что мы догадаемся обо всем сами. А так вот, пожалуйста, как разработчик, автор, прошу внимательно изучите методические рекомендации. Мы постарались создать их, им, так, их таким образом, чтобы там было все понятно, чтобы помочь вам в выборе игр, в настройках, в последовательности, в обсуждении того, каким образом нужно работать с той или иной игрой. Почитайте, пожалуйста, инструкцию. Если какие-то проблемы возникнут возможно, задайте нам вопросы, но не совершайте ошибок методом научного тыка. Не надо этого делать, потому что мы таким образом дискредитируем саму идею игры, вредим ребенку и теряем этот мощный инструмент, если мы использовали его неправильно. Всегда предварительно тестируйте ребенка, не только его мотивационные предпочтения, но и его сильные и слабые стороны. Я вам предлагаю здесь список на этом слайде тех навыков, которые вам нужно протестировать у ребенка, прежде чем вы приступите к игре. Первое, проанализируйте, насколько хорошо ребенок видит, прослеживает в пространстве и воспринимает визуальные образы. Может он следить за перемещающимся объектом, как долго он удерживает его в поле зрения, может ли переводить взгляд с одного объекта на другой. Проследите, можете сделать какие-то тестовые задания, но зачастую бывает достаточно наблюдения за ребенком в процессе деятельности. А вторая задача – проследите, как он слышит, прослеживает аудиальный сигнал в пространстве и насколько понимает значение сигналов, в частности невербальных. Как он реагирует? Вздрагиванием, плачем, убеганием, заинтересованной реакцией, пытается э, рассмотреть, что же является источником звука. Проанализируйте, пожалуйста, это. А может ли ребенок называть и комментирует явление окружающего мира? То есть, называет ли он то, что происходит вокруг? насколько он ориентируется в социальной предметной среде, условно использует ли предметы по назначению или ест несъедобное, допустим, облизывает пособие. Для нас это очень важно. Это будет важная характеристика его навыков. Различает и сопоставляет ли предметы по различию и подобию? Ну, условно, носочки складывает в одну стопочку, ложки в другую, вилки в третью. Насколько ребенок может классифицировать объекты по сходству и подобию? И он, может ли он уловить последовательность или алгоритм деятельности? Ну, условно, может ли он играть с другими детьми по очереди? Если он занимается редкованием, каким образом выглядят его ряды, это подсвет? это по размеру, это по форме, это просто по подобию. Обратите внимание, каким образом ребенок это делает. И у вас появляется некая исходная точка, которая позволит вам выбрать последовательность игр, которые вы будете применять. Вы построите иерархию навыков от самого сильного к самому слабому, и вы можете использовать эту иерархию для построения алгоритма ваших занятий. Обязательно отрабатывайте сформированный навык на физическом материале. Если ребенок в компьютерном варианте научился сопоставлять синий-синим круг с кругом там, яблоко с грушей, обязательно отрабатывайте это на физическом материале. Что имеется в виду под физическим материалом? Это карточки, это звуки окружающей среды, это предметы быта. Обязательно генерализуйте этот навык. Расширяйте навык путем усложнения задания. Допустим, вы можете, если ребенок не проявляет нежелательного поведения, вместе с диктором, который объявляет задание, либо сами, расширять сложность задания. Ну, например, переместить синий на синий после того, как я скажу три мы обучаем ребенка тому же самому навыку, но еще плюс второй навык, навык ждать или выполнять по двойному стимулу, то есть инструкция диктора и определенное время, которое запускает возможность выполнения этого движения и так далее, и так далее. Тут неограниченная возможность усложнения заданий. Обязательно привлекайте к выполнению заданий других людей, потому что часто дети с аутизмом работают только с одним инструктором и с одним типом вербального поощрения или подсказки, и с трудом адаптируются под другого педагога, взрослого. Поэтому пусть в вашей игре участвуют несколько педагогов, воспитатель в группе, психолог, для того, чтобы ребенок расширял набор социальных навыков. И, пожалуйста, еще помните, не забывайте поощрять ребенка не только за то, что он правильно выполнил задание, это поощрение у нас предусмотрено в игре, но и поощряйте за отсутствие нежелательного поведения и за старание. То есть нас машина поощряет звуком, мультипликацией, картинкой за то, что ребенок выполнил задание правильно. А если ребенок сидел тихо, не убегал из-за стола, там, не щипался, не плевался и вел себя как заинька, или хотя бы уменьшил интенсивность нежелательного поведения, похвалите его, поощрите, дайте какой-то мотивационный предмет, дайте ему пять, похвалите, сделайте что угодно, чтобы закрепить еще и ожидаемую форму поведения. И, конечно, давайте задание родителям. Для того, чтобы родители также в быту закрепляли те навыки, которые мы с вами отрабатываем. Но, ну, например, для невербальных детей мы можем предусмотреть карточки, которые родители могут использовать в быту. Но, ну, например, гудок машины, мама спрашивает, что это, и ребенок поднимает карточку или показывает ей карточку, на которой изображена машинка. Это один из вариантов заданий, их может быть очень много, вы все творческие люди, я думаю, вы прекрасно справитесь с расширением сложности и с генерализацией навыков. И, наверное, одни из последних рекомендаций по реализации программы. Вначале мы хотим, чтобы ребенок выполнил все полностью старательно сам. Вернее, с нашей помощью мы очень активно ему помогаем, но потом нам нужно стремиться, чтобы ребенок был более самостоятельным. Поэтому постепенно уменьшаем помощь с ребенком. Вначале используем полную физическую подсказку, буквально ведем его рукой, вместе помогаем нажимать на мышку сопоставлять предмет с предметом, потом мы должны эту помощь убирать, несмотря на то, что нам хочется очень ребенку помочь. Мы будем постепенно уменьшать интенсивность этой помощи и добиваться того, чтобы свести все формы подсказки до нуля. Целью нашей работы, чтобы ребенок был самостоятельно выполнял задания сам. Еще одна подсказка. Можно немножечко, если вам все равно хочется помочь, увеличить время от инструкции до предъявления помощи. Прозвучала инструкция. Не бросайтесь сразу помогать ребенку. Дайте ему возможность сделать самому. Потому что мы помним, что у детей с аутизмом очень высокая латентность. Время от стимула до реакции. Поэтому дождитесь, имейте терпение, дайте возможность ребенку сделать самостоятельно. Если то время, которое вы запланировали, не дало возможность ребенку выполнить, вот после этого оказывайте ему помощь. Проявляйте творчество. Творчество у нас всегда в почете. Придумывайте, предлагайте ребенку задание, которое имеет тот же принцип и структуру. Потому что в наших занятиях, в наших упражнениях очень четко простроена структура, которая, подчеркну, построена на принципах прикладного анализа поведения. Используйте ту же структуру, но расширяйте виды заданий. Это может быть другой материал, это может быть немножко изменяющаяся инструкция, это могут быть условия, в которых вы выполняете это задание за столом, на детской площадке, в игровой комнате, на прогулке, где угодно. То есть расширяйте, вы можете использовать другой материал или незначительно изменять инструкцию. И, наверное, такой мой самый последний посыл – не переживайте, если быстро не удается достичь успеха. Мы с вами в самом начале говорили, что дети с аутизмом это сложная категория, особенно дети с тяжелыми формами. Динамика роста навыков не всегда бывает такой, которую нам бы хотелось. И сразу хочу такую небольшую подсказку: дать: у большинства наших воспитанников динамика такая скачкообразная, то есть вам может показаться, что ничего не происходит. Ребенок ничему не учится. Все ваши труды. Бесполезные. но потом в один прекрасный день вы увидите как миша или илюша сядет за компьютер и сделает все от и до вас это будет очень сильно удивлять но именно так зачастую формируются навыки вначале такой этап накопления потом резкий рост э, демонстрации того что ребенок научился и потом это может быть опять период стагнации или даже период э, регресса, который характерен для детей с аутизмом. Поэтому у каждого ребенка свои темпы, возможности. Ни в коем случае не умаляем результаты своего труда. Мы будем анализировать, что мы сделали не так, что нам нужно исправить. Но в любом случае понимаете, что те усилия, которые вы затратите на помощь ребенку в обучении, как по нашей программе, так и используя принцип, который мы с вами сегодня неоднократно обсуждали. Принцип ⁇ «Антицидент поведения и последствия ⁇ используя те алгоритмы, которые мы использовали в программе, вы можете создать свою индивидуальную программу, в которой костяком будет или базовой помощью, опорой будет э, наш аппаратный комплекс. А дальше вы уже можете двигаться в усложнении навыков и инструкций э, и э, получать результат, который, я надеюсь, вас обязательно порадует. Я очень надеюсь, что успехи в работе будут вас радовать. И я очень бы хотела, что ту программу, которую мы вот с, таким, с такой любовью, я бы сказала, к нашим детям и к нашим педагогам разрабатывали, чтобы она была для вас такой помощью, опорой и возможностью стандартизировать, улучшить те программы, которые вы применяете в работе с детьми с аутизмом. Я готова ответить на ваши вопросы, если они у вас есть. Я сейчас посмотрю. Сейчас, секундочку. Так, вопросов я пока не вижу. Если у вас какие-то вопросы возникнут, они все сохранятся, и мне организаторы нашего вебинара их передадут. Я постараюсь на них ответить, если они у вас появятся или Появились уже, но вы не успели их написать. Сегодняшнюю встречу я нашу с вами завершаю. Я надеюсь, что она была полезна. И буду очень рада обратной связи, если кто-то из вас программу уже использует. Возможно, у вас какие-то предложения, идеи, дополнения появятся или уже появились. Мы будем очень рады вместе с коллективом разработчиков эти предложения и замечания обсудить и нашу программу в дальнейшем улучшить. Хорошего вам вечера, коллеги. Я предоставляю слово Екатерине Сусловой, которая расскажет вам о наших дальнейших мероприятиях и проведет ваше информирование. Хорошего вечера. До свидания. Коллеги, Приветствую вас. Да, я благодарю Оксану Дмитриевну за великолепное выступление, с удовольствием слушала вместе с вами и понимаю, что Оксана не отвлекалась на вопросы. Приветствую вас. И, значит, я их всех вижу, да, и я думаю, что Оксана Дмитриевна их прочитает. Видите, если про ну на вопрос Татьяны, если программа для вербальных детей, чтобы изучить азбуку и чтение если это речь идет о детях с аутизмом, да, ответит Оксана. Вообще на Мерсибо есть большое количество игр на изучение азбуки и, значит, чтение. Видела здесь еще вот вопросы от Анастасии, да, то есть мы эти все вопросы Оксане адресуем, думаю, что она на них ответит. Моя задача, собственно говоря, коллеги, вам еще раз сказать, что у нас довольно подробно описана на сайте программа «Аспектр», да, вы можете ее вот так вот пристать и подробно узнать и еще раз, потому что Оксана и рассказывала теоретическую часть, и показывала, да, здесь тоже идет описание всего, что есть. Вот, пожалуйста, здесь тоже есть даже еще вебинар, когда мы представляли, то есть можно еще в повторном виде послушать вебинар, чтобы понять основные нюансы. Затем, что я вам еще хотела сказать, что у нас бесплатная доставка сейчас действует, а 2500 тысяч рублей. Хотела вам сказать, что форма сертификата уже открыта, вы можете его вдумчиво э, заполнять. Здесь много полезной информации. Да? Пожалуйста, заполняйте его. И в конце ваши отзывы и пожелания, собственно говоря. И э, вот, пожалуй, это, э, это то, что... Я и хотела вам сказать, видела ваши комментарии, поняла, что э, многие специалисты уже пользуются аспектром, и я думаю, что вот эти положительные отзывы, конечно, будут хорошие, подспорьем для специалистов, которые еще предполагают им воспользоваться, потому что действительно разработана программа. И она уже опробована вместе с специалистами, которые работают с детьми с помощью программы аспектр. Таким образом коллеги, я еще раз благодарю оксану Дмитриевну, напоминаю вам, что работает сертификат, показала вам где на сайте находится наш описание, подробное описание аспектра, пожалуйста знакомьтесь с ним и принимайте решение, которое посчитаете нужным. нужно да, вижу ваши комментарии познаватель ребенок не реагирует на педагога, идет только на контакт, если возьмешь его за как его привлечь к занятию, Лариса, я думаю, что если вы присоединились не так давно, у вас есть шанс послушать, потому что об этом как раз Оксана Дмитриевна много говорила о том, как построить контакт вместе с ребенком. Вот, а я в свою очередь прощаюсь с вами. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, у нас там часто происходят интересные розыгрыши, да. Ну и напоминаю, что у вас есть еще возможность познакомиться с игрой которая тоже у нас была представлена премьерой на прошлой нашей с вами встрече в среду. Я с вами прощаюсь до следующей среды, благодарю вас за внимание и всего вам доброго.